Гандбол для жителей нашего города уже давно играет большую роль, ведь это не просто спортивная игра, это яркое событие, семейный праздник. Именно семейный, ведь традиционно множество семей приходят на игры вместе. Героями для горожан и людьми, популяризировавшими гандбол в нашем городе, конечно, стали игроки Брестского гандбольного клуба имени Мешкова, существующего в областном центре с 2002 года. За короткий срок БГК стал лидером белорусского гандбола и закрепился в числе лучших команд Европы. В активе мешковцев 13 титулов чемпиона страны, 12 кубков, 2 серебра и 3 бронзы сеха лиги. В связи с пандемией 2020 год дался не просто для спортсменов, но 2021 предстоит быть интересным для болельщиков и результативным для брестской команды. Кубок Белгазпромбанка – это отличное начало и главный предсезонный турнир для БГК вот уже 12-й год. Результаты не заставили себя ждать, и в упорной борьбе кубок победителя турнира в 8-й раз взяли брестские гандболисты. Напомним, что ранее на пресс-конференции, посвященной открытию международного турнира, присутствовали тренеры всех 4 команд участников и директор Брестской областной дирекции Белгазпромбанка Наталья Артеменя, которая особенно возлагала большие надежды на успешность и результативность большой игры. Мероприятие для нас праздничное, ответственное, мероприятие имиджевое, мероприятие, которое ассоциируется у банка, у клуба, я думаю, у жителей и гостей города Бреста с положительными эмоциями, с праздником семейным, потому что, как вы знаете, гандбол в Бресте любят, на мероприятии для Белгазпромбанка имиджевые, мероприятие, которое позволяет нам представлять бренд банка за пределами Республики Беларусь, мероприятие, которое позволяет нам повышать лояльность к Белгазпромбанку. Поэтому мы ждем праздника. Быть может, на успех мешковцев повлияло и серьезное изменение тренерского штаба. В этом году команду ведет к новым победам испанский специалист Дани Гордо. Под его эгидой с новыми тактиками, новыми идеями однозначно у мешковцев есть все шансы не сдавать позиции лидера в новом сезоне. Отметим, что на минувшей пресс-конференции Дани Гордо отметил, что ему особенно приятна невероятная поддержка фанатского сообщества областного центра. Безусловно, для меня это что-то особенное. На фоне ситуации, сложившейся с COVID-19, я приехал из Испании, где весь сезон проходил без болельщиков. В лучшем случае 20-30% от вместимости зала. Поэтому это восхитительно, что у нас есть возможность пригласить всех болельщиков на турнир без ограничений. Для меня спорт и гандбол, в частности, без зрителя, это что-то не имеющее смысла. В том году все убедились, насколько для клуба важны болельщики, какую они среду создают на матчах. Все усилия мешковцев были вознаграждены. Главный приз первенства Кубок Белгазпромбанка остался в Бресте. 2 победы и поражение – итог выступлений Брестского гандбольного клуба имени Мешкова. Это была яркая, захватывающая и совершенно точно важная игра как для клуба, для команд соперниц, так и для всех фанатов этой удивительной игры.